женские прически 70-х годов, что было модно в то время, фото знаменитостей. Кому подходят многие тренды 70-х снова на волне популярности. Это касается и причесок. Звезды и обычные женщины часто делают укладки в стиле хиппи. Востребованными остаются стрижки Сайсон Пикси. Варианты легко сочетаются с разными внешними данными. Заметить на женщинах характерную прическу в виде удлиненного каре со слегка приподнятой макушкой, подвернутыми наружу концами, сложнее. Укладки 70-х отличаются простотой исполнения. Варианты могут позволить все женщины. Прически реально сделать самостоятельно. Большинство укладок уместно сочетать с разными стилями одежды. Стрижки и прически подойдут для дам всех возрастов. Укладывать волосы в манере 70-х реально для повседневной жизни. Прически тех лет мало отличаются от вариантов, характерных для нашего времени. Единственное, укладки 70-х сложно сочетаются с деловым стилем. Варианты редко используют для создания торжественных образов, в основе которых не лежит стиль ретро с соответствующим прическе нарядом. Общая рекомендация: прически 70-х отличаются простотой. Сделать укладку самостоятельно вполне реально. Модельные стрижки Сайсон Пикси Аврора укладывают по форме, используя фен-круглую щетку. Возможно придание фактуры с помощью стайлера бигуди. Длинные волосы оставляют в естественном виде, заплетают свободную косу или делают нетугой пучок. Любой из вариантов потребует минимум инструментов и времени. Прически 70-х акцентируют внимание на естественных волосах. Это обязывает содержать шевелюру в порядке. Нельзя допускать появления секущихся кончиков. Волосы обязаны быть чистыми. Рекомендуется подобрать подходящие продукты по уходу за шевелюрой. Желательно периодически делать маски, другие реактивные воздействия для поддержания здоровья прядей. В моде 70-х проявление индивидуальности. Женщины стремятся перещеголять друг друга яркостью и необычностью нарядов. Это не относится к прическам. Современные вариации пикси, сайсон, характерные стрижки 70-х пользуются популярностью до сих пор. Способы укладки таких форм существенно не изменились с того времени. Отличие лишь в том, что коротким стрижкам стараются придать больше женственного объема. Стрижки типа сайсон на среднюю длину волос сейчас не принято подкручивать наружу. Интересным вариантом станет стрижка типа каскад или удлиненная каре на средние или длинные волосы. Шевелюру оставляют распущенной. Волосы вблизи лица подкручивают наружу. Концы оставляют прямыми или подвивают, как у главной героини знаменитого фильма середины 70-х «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кавычка точка. Невозможно обойти стороной стиль хиппи, популярный в 70-х. Современные девушки часто берут на вооружение приемы модниц тех лет. Волосы оставляют в распущенном виде или собирают в косу. Приветствуется небрежность образа. Обязательно используют характерный аксессуар, шнур, ленту или платок, который пускают по лбу. Звездные примеры укладки в духе 70-х не считаются редкостью в наше время. Разные вариации звезды демонстрируют не только во время работы, но и используют варианты для повседневной и светской жизни. Стиль хиппи копируют многие знаменитости: Перис Хилтон, Николь Ричи, Сара Джессика Паркер. Дрю Берримор появлялась с укладкой, как у Фары Фассет. Одри Хепберн подражали Натали Портман, Лили Коллинз. Перис Хилтон, Николь Ричи, Натали Портман, Лили Коллинз. Женские прически 70-х годов популярны сейчас. Большинство укладок тех лет простые и гармоничны. Учитывая принципы формирования прически, варианты долго не потеряют востребованность в современности. Предлагаем еще больше ярких и стильных женских стрижек. Женский вариант канатки, стрижка каприз. Челси, пикси, боб, шеги, шапочка. Полезные видео. Исторические аспекты. Мир в 70-е отдыхал от резонансных событий. Народ стремился жить в полную силу, проявляя себя в разных сферах. Продолжается ярое отстаивание свободы и интересов масс. Женщины еще больше сравниваются по правам с мужчинами. Везде чувствуются феминистские настроения. Мужчины в цивилизованном мире активно отстаивают права на снятие воинской обязанности. В целом 70-е характеризуются различными подвижками к изменениям и преобразованиям, которые вывели качество жизни на существующий в настоящем уровень. Настроение масс десятилетия, начиная с 1970-х, располагает к раскованности поведения, концентрации на собственных интересах и желаниях. Мода 70-х. В 70-х термин «мода» принял особое значение.
Под словом стали понимать не то, что носят сливки общества, актрисы, певицы, жены политиков. Тенденции формировали массы. На первый план выходит не вкус и господствующий стиль, а возможность проявления индивидуальности, шанс к самовыражению. Мода лишилась четких рамок. На улице встречались самоуверенные безвкусно одетые дамы в олиповатых нарядах нелепых фасонов. Заметным стало смешение огромного количества стилей, появление новых направлений эклектика, диско, рок и панк, хиппи. Принцип формирования образа заключался в совмещении плохо сочетаемых вещей и проявлении самобытности и оригинальности. Модные тенденции 70-х во многом определялись американками. Свобода поведения привела к появлению новых форм и фасонов, необычных сочетаний. Яркость, оригинальность ставят в основу выбора. Исчезают диктуемые правила. Во главу становится базовый гардероб, который постепенно обрастает новыми деталями. Основными хитами, ставшими настоящими символами моды того времени, называют джинсы, расклешенные брюки, тунику, водолазку. Бантик, платье рубашечного по края, объемный вязаный кардиган, коротенькое платье яркой расцветки. Получает толчок к развитию деловой стиль. Дамы активно строят карьеру. Повседневная одежда невообразимого вида мешает продвижению по службе. Появляется понятие «промышленная мода», дизайнеры работают напрямую с производителями одежды, выпуская востребованные шедевры в массы. Рекомендуем прочесть «Лучшие прически в деловом стиле», которые можно быстро сделать в домашних условиях. Характерные черты причесок. Учитывая необычные модные тенденции 70-х, дополнять образ сложной прической не приходилось. Женщины предпочитали простые стрижки, не требующие утомительной кладки. В моду впервые вошли распущенные длинные волосы в естественном виде. Среди моделей стрижек популярностью пользовались новинки, появившиеся в этот период, Сейсон Аврора. Гаврош, Сейсон и Аврора, Гаврош и Пикси, варианты, не нуждаются в сложной кладке, поддерживают феминистические. Настроение позволяет выглядеть элегантно, но сдержанно. Такие стрижки усмиряли фасон, буйство красок наряда. Длинные волосы носили не только распущенными. В моде свободные косы, пучки, хвосты. Главным правилом модной укладки становится естественность. Волосы не подвергали чрезмерными воздействиями, начесам, завивке, созданию сложных композиций. В моду входит высокий хвост. Простота прически 70-х компенсировалась использованием аксессуаров. В ходу заколки с камнями, объемными цветами, бантами. Использовались ободки, ленты, изделия из бисера. Кому подходят многие тренды 70-х, снова на волне популярности. Это касается и причесок. Звезды и обычные женщины часто делают укладки в стиле хиппи. Востребованными остаются стрижки Сейсон Пикси. Варианты легко сочетаются с разными внешними данными. Заметить на женщинах характерную прическу в виде удлиненного каре со слегка приподнятой макушкой, подвернутыми наружу концами, сложнее. Укладки 70-х отличаются простотой исполнения. Варианты могут позволить все женщины. Прически реально сделать самостоятельно. Большинство укладок уместно сочетать с разными стилями одежды. Стрижки и прически подойдут для дам всех возрастов. Укладывать волосы в манере 70-х реально для повседневной жизни. Прически тех лет мало отличаются от вариантов, характерных для нашего времени. Единственное, укладки 70-х сложно сочетаются с деловым стилем. Варианты редко используют для создания торжественных образов, в основе которых не лежит стиль ретро с соответствующим прически нарядом. Общая рекомендация: прически 70-х отличается простотой. Сделать укладку самостоятельно вполне реально. Модельные стрижки Сейсон Пикси, Аврора укладывают по форме, используя фен-круглую щетку. Возможно придание фактуры с помощью стайлера, бигуди. Длинные волосы оставляют в естественном виде, заплетают свободную косу или делают нетугой пучок. Любой из вариантов потребует минимум инструментов и времени. Прически 70-х акцентируют внимание на естественных волосах. Это обязывает содержать шевелюру в порядке. Нельзя допускать появления секущихся кончиков. Волосы обязаны быть чистыми. Рекомендуется подобрать подходящие продукты по уходу за шевелюрой. Желательно периодически делать маски, другие реактивные воздействия для поддержания здоровья прядей. В моде 70-х проявление индивидуальности. Женщины стремятся перещеголять друг друга яркостью и необычностью нарядов. Это не относится к прическам.
Современные вариации пикси, сессон, характерные стрижки 70-х пользуются популярностью до сих пор. Способы укладки таких форм существенно не изменились с того времени. Отличие лишь в том, что коротким стрижкам стараются придать больше женственного объема. Стрижки типа сессон на среднюю длину волос сейчас не принято подкручивать наружу. Интересным вариантом станет стрижка типа каскад или удлиненное каре на средние или длинные волосы. Шевелюру оставляет распущенной. Волосы вблизи лица подкручивают наружу. Концы оставляют прямыми или подвивают, как у главной героини знаменитого фильма середины 70-х «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кавычка, точка. Невозможно обойти стороной стиль хиппи, популярный в 70-х. Современные девушки часто берут на вооружение приемы модниц тех лет. Волосы оставляют в распущенном виде или собирают в косу. Приветствуется небрежность образа. Обязательно используют характерный аксессуар, шнур, ленту или платок, который пускают по лбу. Звездные примеры укладки в духе 70-х не считаются редкостью в наше время. Разные вариации звезды демонстрируют не только во время работы, но и используют варианты для повседневной и светской жизни. Стиль хиппи копируют многие знаменитости: Перис Хилтон, Николь Ричи, Сара Джессика Паркер. Дрю Берримор появлялась с укладкой, как у Фары Фассет. Одри Хепберн подражали Натали Портман, Лили Коллинз. Перис Хилтон, Николь Ричи, Натали Портман, Лили Коллинз. Женские прически 70-х годов популярны сейчас. Большинство укладок тех лет просты и гармоничны. Учитывая принципы формирования прически, варианты долго не потеряют востребованность в современности. Предлагаем еще больше ярких и стильных женских стрижек. Женский вариант канатки, стрижка каприз. Челси, пикси, боб, шеги, шапочка, полезные видео. Стрижка сессон на вьющихся коротких волосах. Женская стрижка пикси.